Разработчики новой MMORPG Lineage W, о которой у нас уже выходил предварительный ролик, как и было обещано, рассказали некоторые подробности о своей грядущей игре в рамках мировой презентации. Причем слово «мировой» здесь носит ключевой характер. Но давайте не будем сильно забегать вперед и поговорим обо всем по порядку. Напоминаю, что по закрепленной ссылке вы можете пройти к нам на портал и для начала почитать про Lineage W. Ну а вообще, найти любую интересующую вас информацию по любой игре за любой время, поскольку у нас еще есть форум, который помнит все. Меня зовут Мадлер, это портал Гуахару, и мы начинаем. Начинал презентацию не абы кто, а сам Тек Джин Ким, главный креативный директор NCSoft. Из этого можно сделать вывод, что ставки как никогда высоки. Ну, раз сам CCO корпорации, так сказать, небожитель, спустился к нам, смертным, дабы поведать о новой глобальной линейке. Соответственно, на Lineage W у NCSoft очень большие планы. Готовили этот проект так, как если бы это была последняя Lineage, которую они, NCSoft, когда-либо разрабатывали. Это кульминация всего, что делает линейку линейкой. На секундочку, 24 года разработки, если начинать отсчет с первой части. Ну и, собственно, W, которую можно наблюдать в названии, есть то, о чем я уже упоминал в прошлом видео. World. То есть мир. И разумеется, это связано прежде всего с тем, что Lineage W собирается быть доступной на персональных компьютерах PlayStation 5, Nintendo Switch, iOS и Android по всему миру. Причем без каких-либо ограничений или региональных версий. Одна глобальная версия на весь мир. Так сказать, огромная игровая площадка, на которой смогут сосуществовать различные мировые культуры. Далее перед нами выступил Сунг Гу Ли, лидер команды Lineage W, который со старта сообщил, что новая линейка — это не что-то появившееся с бухты-барахты. Проект находился в разработке последние 4 года и, более того, скоро готовится к запуску. Потом нам показали ролик Game Introduction. Из самых первых кадров лично мне показалось, что разработчики больше вдохновлялись гладиатором Ридли Скотта, нежели линейкой. Но это все шутка юмора, разумеется, ведь дальше в ролике продемонстрировали, в принципе, все то, о чем расплывчато сообщалось ранее. Исследуй все новые батлграунды, присоединяйся к битве за настоящую честь, овладей мистическими силами, рискни всем, не зная ничего, будь верен клятве крови и альянсам, взаимодействуй с боевым сообществом. И, собственно, на этом все. Разве что периодически в ролике мелькали кадры из игры, ввиду чего уже с большей долей вероятности можно предположить, как будет выглядеть новая линейка. И знаете, визуально она мне напомнила Lineage Eternal, которая на секундочку также позиционировалась как сиквел оригинальной Lineage. Но что-то, и мы даже знаем что, пошло не так, и игру отправили на переработку. Кстати, приблизительно тогда же, когда, видимо, и началась Lineage W. Вообще могу предположить, что именно с наследием Lineage Eternal мы и имеем дело. Да-да, та самая Project TL, о которой так давно не было никаких вестей. Далее к презентации присоединился Хонг Йонг Чой, шеф разработки Lineage W. И что же мы в конечном итоге узнали? Ну, для начала это будет полностью 3D-игра. Потому что, напомню, Lineage W — это, конечно, идейный продолжатель всех линеек, но в первую очередь оригинальный. Да, той самой древнючей первой части, которая вышла в далеком 1998 году, когда еще о 3D-графике можно было только мечтать. Тем не менее, оригинальная линейка до сих пор пользуется популярностью на Востоке, поэтому для многих игроков то, что Lineage W будет выполнено в 3D-стилистике, могло стать не самым приятным сюрпризом. Но, конечно же, не для нас, потому как если мы и хотели что-то получить от старой доброй линейки, так это старую добрую линейку на новом движке.
И здесь с этим полный порядок. Движок Unreal Engine, вид изометрический, есть возможность обзора с различных ракурсов, темный фэнтезийный мир в наличии. Чего же еще желать? Разве что масштабных эпичных битв. Забегая вперед, могу сказать, что и с этим аспектом тоже полный порядок. Однако, если раньше все сводилось к тому, кто нанесет больше урона, то теперь игра стала больше напирать на стратегию и тактику. Еще одним из важных аспектов новой линейки станет то, что разработчики называют Living the Fantasy, то есть некие визуальные аспекты, превращающие воображение в реальность. Насколько я понимаю, это некоторые геймплейные фичи, которые позволят игрокам больше проникнуться происходящим. Иными словами, не просто делать что-то, а понимать, зачем и как это делается, принимать непосредственное участие в процессе. Например, в зачаровании предметов. Более того, игроки получат возможность узнать много новых подробностей, связанных со вселенной Lineage. Я бы даже сказал, мельчайших подробностей о самом мироустройстве, лоре. Боевая система, унаследованная из оригинальной игры, тем не менее, также получит ряд апгрейдов, завязанных в основном на улучшенные реакции на удары. Треска камеры, рэгдолл физика, остаточное изображение. Короче, над боевкой тоже значительно поработали, стараясь не сильно уходить от оригинала, но в то же время сделать что-то уникальное. Мир игры при этом стал куда более мрачным, и это заметно с первого взгляда. Собственно, на этом тоже сакцентировали внимание и даже подготовили соответствующее видео. Что я могу тут сказать? Кроме того, что разработчики определенно в курсе франшизы Diablo и разработки четвертой части. Шикарно. Серьезно, я большой поклонник так называемой Dark Fantasy, а здесь она буквально сочится из каждого кадра. Those days of old. All being dark and festering. I long for them somehow. The days before long-lasting peace was snatched away by the greedy. They endlessly indulged in corruption. With blind eyes and deaf ears. They don't even know what's happening below. Что же касается классов, то тут тоже не обошлось без сюрпризов. Разработчики решили, что короткого видео с историей в начале будет недостаточно для создания подходящей атмосферы и иммерсивности. Поэтому у каждого класса в Lineage W будет своя собственная индивидуальная история. И это тоже продемонстрировали в соответствующем ролике. Bearing the weight of his lineage, he who fights against his destiny through the power within him. Motivated by the past, driven by bloody memory. Принц, рыцарь, маг, вернее магичка, эльф. В общем, я бы даже не называл это классами. Местами это больше похоже на роли. Причем не классические танк ДД хил, а более, скажем так, проработанные собственными историями, прописанными в мире Lineage. Является ли подобный прием чем-то новым? Разумеется, нет. Но в любом случае приятно, что линейка в кои-то веки начинает обрастать смыслами. Ну и, наконец, нам рассказали и показали то, зачем большинство игроков вообще заходит в Lineage. Битвы. Все это напрямую завязано в игре с так называемым Global Battle Community, потому что, по словам разработчиков, они давно грезили мечтой устроить по-настоящему глобальный махач на весь мир. И, похоже, время настало. Да, судя по всему, нас ждет глобальный сервер в режиме «все против всех» или, во всяком случае, объединенные эти против объединенных тех,
поскольку глобальная политика тоже имеет место быть. И вот это все, по мнению разработчиков, станет началом для появления вышеупомянутого настоящего Global Battle Community. Причем даже языковой барьер не будет преградой, поскольку об этом аспекте также позаботились. Все будет решаться встроенным ИИ-переводчиком в режиме онлайн, переводящим все, что нужно, тем, кому это нужно. Что немаловажно, будут учитываться даже сленговые выражения, свойственные для той или иной страны. Ну а вишенкой на торте тут выступает наличие технологии Voice to Text. То есть вы запросто можете сказать что-то, допустим, на русском, и все это тут же переведется на нужный вашим сопартийцам язык. Что, конечно же, невероятно облегчит взаимодействие между игроками в различных ситуациях. Более того, как мне кажется, мировая глобальная игра просто обязана иметь в наличии нечто подобное. Далее нам рассказали непосредственно о Blood Pledge с клятвах на крови. Действительно, в Lineage игроки с этого начинают и заканчивают. И чтобы вы понимали, о чем идет речь, Blood Pledge — это некий внутриигровой способ объединить игроков, что-то вроде гильдии или альянсов, за прогрессом которых можно будет следить в специальном разделе игры. По сути, насколько я понял, Blood Pledge — это то, что создает почву для дальнейших глобальных противостояний, стороны конфликта, если угодно. Что тут можно еще добавить? Ну, в Lineage W будет что-то вроде встроенной Википедии, дающей самую развернутую информацию об игре. Однако открываться она будет не вся сразу, а по мере исследования мира. В конечном итоге, занимаясь фармом мобов, игроки также будут заниматься фармом информации. И это не что-то, что я сам придумал. Сами разработчики это так называют. Information Farming. И да, карты трансформации, опять же, насколько я понимаю, тоже не куда не делись. А вот и, пожалуй, самый интересный момент, когда это все будет доступно. Ну и вся прелесть заключается в том, что, похоже, уже в этом году. Предварительная регистрация началась в 10 утра по корейскому стандартному времени 19 августа. Пройти ее можно на офсайте в Google Play и App Store, за что в конечном итоге получить внутриигровые предметы, когда игра станет доступна. Проект, как несложно догадаться, кроссплатформенный. ПК-версия будет доступна через кроссигровой сервис NCSoft, Purple. С мобильной все понятно, она будет едва ли не основной. А также игра выйдет на консолях, в том числе PS5 и Nintendo Switch. При этом релиз планируется общемировой, то есть по всему миру одновременно. Что же касается даты, то никакой конкретики сами разработчики не предоставили. Однако в том же App Store мелькала дата — 24 ноября 2021 года. Может это так, может нет, тем не менее, одно можно заявлять с уверенностью. Новые линейки точно быть в ближайшее время. И это просто отличная новость, как по мне, поскольку не так уж сильно мы избалованы релизами крупных MMORPG-тайтлов. А уж покрупнее Lineage, это еще поискать нужно. Пишите, что вы думаете по поводу новой линейки в комментариях под этим видео. Не забывайте поставить ему лайк или дизлайк, поделиться с друзьями, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru, и еще услышимся.